55 участков дорог или 160 тысяч квадратных метров полотна отремонтированы к концу июля. Еще 10 участков к концу сентября. Таковы итоги сезона ремонта в Красногорске. Качество выполненных работ проверила депутат Мособлдумы Галина Уткина. Улица Вокзальная, по ее мнению, теперь в отличном состоянии. Красногорск идет впереди планеты всей по выполненным работам. Вот. А теперь нужно вживую посмотреть, как оно это выглядит. Поэтому вот мы сейчас стоим на Вокзальной улице. Я уже вижу, какое качество. И самое главное, что это важно очень жителям нашим, потому что они задают вопрос. Вот двор сделали, там, допустим, плохо, заплатили, не заплатили деньги, куда дели деньги. Так вот у нас сейчас и по ремонту дворов, и пока по ремонту домов, и по ремонту дорог. В общем-то, такие условия поставлены, что когда проверено качество, только после этого деньги перечисляются тому подрядчику, который эти работы выполнял. В общей сложности на восстановление дорог в городском округе в этом году было потрачено 175 миллионов рублей. Они поступили в виде субсидий.